Дорогие друзья, всем привет! Я Казыбаев Анвар, мастер спорта международного класса по палеотлону. Сегодня вместе со мной, вместе с вами, мы сделаем такую работу больше на пресс. Погнали! Начинаем со стандартного пресса практически. Ножки ставим вот в это положение, стопами друг к другу. И просто касаемся пола. Раз, вперед наклонились, опустились назад, руки вытянули. Опять вперед наклонились, назад, опустились, вытянулись. Таких делаем 3 по 12 раз, 3 по 12. Это одно упражнение на пресс. Следующее. Ложимся на спину. Руки за голову, можно в замочек. Ножки прямые и поехали. Правым локтем касаемся левое колено. Левое колено подтягиваем к себе. То есть таким образом. Раз, приподнялись. Левым локтем в правое колено. Два, приподнялись. Три по 12. Раз, два, три, четыре, пять. 6. Таких делаем 3 по 12. Следующее упражнение. Тоже на пресс. Ложимся. Руки можно за голову, можно вниз. Ну, удобнее будут, если они будут вдоль. Ножки прямые. Поднимаем ноги и заносим за голову. Ножки прямые. Стараемся максимально держать ноги прямые. Раз. Два. Делаем 3 по 12. 3. Делаем медленно. 4. Плавненько. 3 по 12. Все, следующее упражнение. Немножко на ягодичку поработаем с вами. Становимся вот в такое вот положение. Кому как удобно. Спинку держим ровно, смотрим вперед. И по очереди поднимаем ножку назад, выпрямляем. Раз, натянули носочек, опустили. Вторую ножку также. Раз, опустили. И поехали. 3 по 12. 4. Опустили. Натянули. Самое главное наверху подержать хотя бы 2-3 секунды, будет идеально. 3 по 12. И завершающее упражнение мы с вами сделаем. Глубокий присед, ручки перед собой, делаем глубокий присед. До этого мы с вами делали полуприсед, теперь глубокий. Полностью сели, максимально стараемся спинку держать. Встали, сели, встали. 3 по 12. Делаем медленно и спокойно. Всем хорошего дня, позитивного настроения, улыбайтесь, радуйте своих близких. Рад. До новых встреч!